истинное милосердие и забота о людях, вызывающее восхищение. Вчера во всем мире отмечали День медицинской сестры. Эта профессия будет важна и актуальна всегда, и никакой технический прогресс ее не заменит. Сегодня пандемия без прецедента тяжелым бременем легла на систему здравоохранения. Медицинские сестры принимают самое прямое участие в борьбе с коронавирусом, иногда и ценой собственного здоровья. Коллеги поздравили медсестер в самой горячей точке по борьбе с COVID-19 в курортном районе. В связи с тем, что защитные костюмы все одинаково белого цвета, мы придумали цветовую маркировку каждого сотрудника. С зеленой полосой на плече – это медицинские сестры или медбратья. С красной полосой на плече – это врачи. С синими полосками на плечах – это уборщики, санитары, которые помогают нам ежедневно оказывать помощь нашим пациентам. Самых отважных бойцов на передовой в борьбе с инфекцией поздравили с профессиональным праздником. 12 мая во всем мире отмечается День медицинской сестры. В условиях сегодняшней ситуации эти люди являются проводниками на пути к выздоровлению пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Однако они не всесильны и тоже подвержены болезни. На данный момент у нас находится 33 медицинских сестры на лечении. Они проходят курс терапии у нас на базе инфекционного отделения «Заря». Тяжелых пациентов среди них нет. Девушки выздоравливают, набираются сил. В первую очередь я бы всем пожелала здоровья, коллегам бодрости, оптимизма, терпения, всего самого-самого наилучшего, хорошего настроения. Поздравить тех, кто сегодня выбыл из строя по причине болезни, собрались врачи и медсестры инфекционного отделения 40-й больницы, базирующейся в пансионате «Заря», временно перепрофилированного в стационар для больных COVID-19. Пока мы до конца не одели средства защиты, хочу поздравить всех медицинских сестер, которые находятся сейчас в строю, которые получают лечение в стационарах города или которые проходят реабилитационное лечение после перенесенного инфекционного заболевания, с Днем медицинской сестры. Крепкого здоровья вам, успехов во всем. Мы вас очень любим, ценим. Без вас мы ничто. С праздником, дорогие коллеги! Мы сейчас отправляемся вас поздравлять. Надеемся, что вы будете здоровы, счастливы, успешны. Всего вам самого наилучшего. Поздравляйте, да? Поздравляем! История праздника берет свое начало в далеком 1853 году во времена Крымской войны. Англичанка Флоренс Найтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие – крестьянки, аристократки, монахини, чтобы ухаживать за ранеными. Так появилась новая профессия. В 1974 году сестры милосердия из 141 страны учредили свой профессиональный праздник, а дату выбрали не случайную – 12 мая, день рождения той самой Флоренс Найтингейл, которая создала первую в мире группу медсестер. От лица администрации и от своего лично мы хотим поздравить вам с Днем медицинской сестры. И несмотря на то, что вы сейчас не на боевом посту, а находитесь здесь, среди больных, мы знаем, помним, любим и ценим. Спасибо. Поздравляем с праздником. Спасибо. Желаем скорейшего выздоровления, успехов, исполнения мечтаний, всех благ. Спасибо. Профессионального карьерного роста и всего того, чего сами себе пожелаете. Спасибо. Я хочу поздравить всех медицинских сестер с День медицинской сестры. Это очень тяжелая работа – ухаживать за больными, помогать им, находиться в первых рядах, чтобы они не болели, здоровья, счастья им и близким. Работу медсестры невозможно переоценить. Благодаря ее усилиям пациенты получают уход и лечение. Сегодня медицинские работники – самые настоящие герои, за что им огромное спасибо. Разрешите, мы тогда к вам. Ой, спасибо. Ой, привет. Вот тут телевидение поздравляет с медицинским работником. Я руководитель инфекционной службы 40-й городской больницы на базе пансионата «Заря». От лица всего нашего коллектива мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Возвращайтесь скорее в строй. Здоровья вам. Быстрее. Спасибо. Держите. Большое вам. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Очень приятно. Вас тоже поздравляем с праздником от души. Желаю всем здоровья. Да, вот Сочи передает привет. Дочка моя тоже переживает. Она тоже медицинский работник. Так что, Ален, поздравь. Поздравляет вас всех с праздником, с медицинским. Всем здоровья, удачи.